Россия сыграла главную роль в остановке вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, передает канал 13. По его словам, Россия открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Она выступает за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах в рамках ООН. Как отметил Путин, Москва стремится оказать содействие урегулированию региональных конфликтов. Уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха, подчеркнул российский лидер.